Всем привет, и вы на канале Гильдия Леммингов. Мы продолжаем играть Stardew Valley, путешествовать по долине Stardew и приключенствовать в ней. Сегодня 23 число, завтра день рождения Джорджа. Вот, у нас, в принципе, планы, по-моему, если не ошибаюсь, мы заказали продвинутый, в общем, хлев. Насколько я помню. Пенни. Прости за вчерашнее. Мама иногда бывает не в духе. Забудь обо всем, что случилось, пожалуйста. Мы зашли к Пенни и были невольными свидетелями ссоры их с мамой. В общем, мы тому, наверное, были виной отчасти. В общем, Пенни попросила нас помочь прибраться. И тут зашла Пэм. В общем, и устроила, в общем, скандал. Ей было стыдно за то, что там кто-то чужой помогает прибираться в ее доме, в общем, такое. Вот, она накричала на Пенни, они там, в общем, немного повздорили. Вот, но это было так, на публику. На самом деле, в общем, как только я ушел, они там сами во всем разобрались между собой. Вот, у них там все хорошо. Ну и Пенни, естественно, ей стыдно за эту сценку, решила извиниться. И попросить нас об этом не вспоминать. Так, мы выгружаем снопы. Мы выгружаем все ягоды сюда, в наш сундучок. Сейчас мы немножко разгрузимся. Вот, и пойдем... что-нибудь сделаем. Может быть, продвинем рыбалку. Может быть, мы купили, я напомню, пару деревьев. Мы купили сундучок. Вернее, не сундучок, а... как это сказать? Рюкзак. Рюкзак третьего уровня. Он открыл нам все ячейки. Вот, теперь у нас их 32. В общем, у нас прям большой-большой рюкзак за плечами. Вот, с местом теперь проблем не будет. Ну, будет, но немного позже. Вот. Мы хотели, точнее не хотели, мы заказали третьего грейда хлев. Я думаю, там внутри уже Робин работает над улучшениями. У нас новая козочка. Зорька. Вот, родилась в нашем хлеву. У нас утки там вылупляются. Кстати, надо посмотреть, что там с утками. Ну, судя по тому, что я не наблюдаю птенца, утенка, вот, то, в принципе, он еще в процессе, я думаю. Где еще куры? Где еще бродят куры? Вот, еще куры. Утки. Мы, по-моему, со всеми перездоровкались. Вот, я червяков заметил просто. Это всего лишь глина. Вот у нас какой рюкзак. То есть в него уже помещается очень много всего. У нас до конца лета, вернее, до конца осени вылупился новый утенок. Вот, не зря я зашел. Видимо, нужна была анимация. Мотя. Утка Мотя. Утя. Утя. Давайте Утя. Кряква у нас есть. Утя. По-моему, классное имя. Утя. Новый утенок Утя. Вот он. Бегает. Маленький такой. Привет, Утя. А голос как у взрослого. Утака. Прямо. У нас есть еще яйца утки. Можем, может быть, золотое положим и попробуем из золотого, может быть, вылупится что-то поинтересней. А, кстати, если нет места, то вот эта штука будет бесконечна, пока место не появится. Нам надо, наверное, расширить. У нас, наверное... У нас 4 курицы, да, и 3 утки. По идее, у нас еще есть место одно. То есть яйцо может вылупиться. Я думаю, что от звездности, от качества яйца зависит время вылупления. У меня есть такая теория, но это не точно, опять же.
Так, у нас 5 молока, 2 козьего и 5 яиц. Ну, шестое мы пустили на этот самый. Надо за грибами. Ой, надо зарядить вот эти же штуки. Я что-то. У нас тут производство стоит наше. Сейчас мы его зарядим. Надо поставить этот кристалл дома, чтобы его не таскать. Вообще, так. Козы тут мешают вовсю. А, у нас яйцо еще надо закинуть. Вот так. Все, здесь все готово. Так. Детеныш нам всю дорогу перекрыл этот. Мы поставим кристалл здесь где-нибудь недалеко, в центре комнаты. Приятный звук. Когда вы его трогаете, происходит мелодия вот такая. Ну, приятно, да. Согласен. А по телеку нам что-то сказали, не помните? Ничего не сказали. Так, отлично. Давайте попробуем, знаете, что сделать? У нас получается максимальный грейд коровника. Я думаю, что надо максимально проапгрейдить птичник еще нам. Мы купили радиаторы, помнится, мы купили радиаторы, да. Там уже не хватает корма. Мы купили радиаторы. Блин, коровы, вместо того, чтобы есть сено, они едят сено. Странные такие. Ну, тогда мы будем подкашивать. Давайте. Здесь, в принципе, ну, мы оставим им, чтобы поесть. Тут хватит, но мы будем максимально заготавливать сейчас сено. У нас осталось немного. Хотя, в принципе, сена у нас дофига, и по большому счету оно нам не нужно. Вот. Но все равно я думаю, что придется нам его выкашивать. А сена немало, как вы видите. Вот. И нужно, чтобы в последний день скачать все сено, потому что, чтобы оно не пропало. Я все равно вот это все буду собирать. Лучше я потом докину в силосную башню. Может, силосную башню заказать еще одну, чтобы не париться. 88 из 240. Вот. Мне нужен камень. Тогда, чтобы это сделать, давайте заберем вот это семечко. Оно мне здесь мешать будет. Оно здесь не нужно. Мы его вот здесь вот посадим. Оно все равно не вырастет, я думаю. Где-то вот тут вот. Почему позиция недопустима? Объясните мне. А, вот на этой штуке они не очень сильно растут. Или что? Я вот что-то не до конца понимаю. Не надо ничего есть, я вас очень прошу. Так, закажем молоко, закажем сырок, сырец, сырень. Так, закажем яйца, положим еще туда. Давайте сделаем вот таким вот образом. Используем молока на максимум, яиц на максимум. В общем, у нас до сундука, я чувствую, ничего доходить уже и не будет. Вот, яиц уже нету, а молоко осталось одно. То есть все мы переработали, что все, что собрали, получается уже. Значит, надо увеличивать птичник. Однозначно, потому что мы уже не успеваем. Видите, много остается. Вот, это хорошо, потому что у нас увеличится производство, а соответственно увеличится продажи. Продажи увеличатся, увеличится прибыль. Это логично. Чтобы заапгрейдить птичник, по-моему, нужно дофига ресурсов. Поехали к Робин посмотрим. Я так не помню. Сейчас заедем за грибами заодно. Блин. С левой стороны надо запомнить.
Сейчас я грибочков подсобираю заодно. Рыжики тут поспели, смотрите. Ну, место еще есть. Место еще есть. Вот, и сбегаем к Робин, посмотрим, сколько стоит улучшенный птичник. Поскольку яйца мы используем очень быстро, то нам нужны еще коровы, и нам нужно еще и... В общем, надо больше молока, больше яиц. Книга. Отличненько. Вы нашли потерянную книгу. А, это хорошо. Это очень-очень хорошо. Опа. Вот это поворот. Вторник Робин не работает. Куда-то ушла она. Видимо, она находит на фитнес с девчонками. У Пьера там внизу. А, давайте продолжим заготовку дерева тогда. Я знаю, что на птичник надо, по-моему, 500. Мы смотрели, по-моему, 300 камня и 500... монет. Будешь надо мной издеваться? Я никому не мешаю. Да никому ты не мешаешь. Не знаю, угостить его чем-то, не угостить. Может, ему яблочко дать, я не знаю. Да ладно, пока, в принципе, Литмус нам не очень важен. А мы многое знаем о природе благодаря науке. Но многое еще остается неизведанным. Прям Конфуций, я не знаю. Капитан Очевидность. Так, ну здесь ничего нету. Давайте здесь выложим часть грибов. Вот, чтобы... Можно даже немножко кукурузы. Но нам нужна какая-то еда, чтобы она здесь была. Вот, чтобы хилиться, потому что я, бывает, забываю. С дворфом мы по-прежнему не можем общаться, он не знает нашего языка. Можно пойти в шахты, конечно, продвинуться ниже 50-го. А чё я тогда полный поехал, скажите, раз я хотел продвинуться ниже 50-го? Да, давайте... Пошахтим. Правда, блин, остается совсем мало времени, чтобы прям заняться шахтами. Вот, но все же. Давайте попробуем. Возьмем с собой 3 грибочка, я думаю, нам хватит на всякий случай. И пойдем в шахты. Попробуем спуститься на 55-й. Вот так вот, наша задача. Блин, не в ту сторону ударил. Ну, бывает. Будем забирать серебро. Смотрите, сколько серебра нападало. Кристаллы бить вот эти вообще смысла не имеет. Я советую вам их не трогать. Морковку нашел. Вот. О, и выход сразу. Мы соберем все самое ценное, а остальное... Сейчас быстренько глянем, что тут есть. Рандомно. Потяпаем. Надо тяпку улучшить. Мы хотели к зиме улучшить. Давайте, наверное, займемся плотненько этим делом. Нам нужна руда. 5 слитков медных и 5, наверное, сразу ее прокачаем. Я думаю, мы успеем. Надо медную руду спуститься в нижние шахты. Там она бывает чаще, чем здесь. Здесь в основном серебро, и упорно это будет. Упорно серебро. Уже 19 часов. Вот проблема в этих шахтах, что никогда ничего не успеваешь. Наверное, не получится нам продвинуться.
Какой-то неагрессивный слайм, вы видели? А, нет, я пошутил, как бы. В эту пещеру нельзя зайти, я пытался много раз это сделать, он никак не заходит, это просто рисовка. Рисовка зала, рисовка локации. Получи. Пум. Может, она их оглушает как-то еще? Вот у меня есть такая мысль. И он не блокирует еще удары им. Блин. Надо срочно меч какой-то или купить, или найти. Потому что, блин, с этим... Дубье, конечно, знатное, но тяжело очень. Она делает кулдаун очень большой между ударами. И вот, допустим, мышей бить очень неудобно. Когда несколько противников нападает сразу, то получается очень неудобно. Так, и снова мы здесь. Нашли мы здесь вот этот вот рюкзак, из которого уголь взяли. Пойдемте дальше. О, мы здесь уже были. Мы сюда заходили. Здесь, я помню, было это привиденько с мотором. Из привиденька мы выбьем эссенцию того самого, солнечную эссенцию. Нам очень нужна солнечная эссенция, и поэтому привиденек мы будем... Еще и золотая руда, я забыл, да. Привиденек мы будем гасить очень много. Блин. Мыши эти. Я сейчас напролом возьму всю руду. Потому что очень много здесь всякого добра. Слаймы и так далее. И свалим мы отсюда по-быстренькому. Нам останется найти... О, вот эту лестницу. И мы выйдем на 55 уровень. Так. Я сейчас посмотрю еще все, что можно здесь собирать, соберу. Все камни нужны нам будут. А, мы уже начинаем уставать, это печально. Ну ладно, давайте вынесем максимум из того, что можно отсюда. Вот ребята нам уже камни пособирали. Бум, бум. Бум-бум-бум. Есть. Зимний корень мы нашли, кстати. Вот еще зимы нету. У нас уже есть два этих самых. Семь, блин, надо съесть грибочек. А у нас есть зимний корень теперь и зимняя ягода. В общем, зимний сет, в принципе, есть. О, маленький слайм, видели? Время уже позднее. Так, все, давайте отчаливать, потому что мы не успеем. Нам нужно на 55 уровень. Все, и мы даже ничего не смотрим, просто уходим. Открыли мы 55-й, все-таки запаслись немного камня. Совсем немного руды. Есть у нас солнечная эссенция и зимний корень теперь уже. В принципе, очень неплохо, я считаю. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. А, что-то мы здесь оставим. Вот, я думаю, это будет сок. Чтобы еще здесь оставить. То, что мне, наверное, будет пока не нужно. Я думаю, это будут какая-то еда. Я думаю, грибочки мы здесь оставим. Заберем дыньку. Я думаю, кукурузу мы здесь оставим, заберем синенькие. Ну и глина пусть лежит. В принципе, нам она не нужна. И я бы что-то еще оставил. Наверное, все-таки слизь пока я здесь оставлю. Она нам не нужна. Вот, как и крылья, по большому счету. Вот, все, убегаем. Я оставляю два места, потому что по дороге мы можем еще что-то интересное найти. И залутать. А когда места не будет, тем более, когда уже время позднее, нужно все это делать быстро, бегом, на ходу. Вот, но мы здесь, по-моему, уже все залутали, что могли. Поэтому, как бы, да. Как бы нет. У нас еще остается время немножко, чтобы...
Ох, все это собрать и продать. Поставить производство. Нас только одно, по-моему, остается. А, у нас же есть вот здесь еще что-то, да? Да, у нас же еще здесь есть. Еще два сыра мы можем сделать. Яиц, к сожалению, уже нету, но сыр мы можем заказать. Или не можем уже заказать. Блин. Час 20. Надо повыкладывать все по-быстрому. Вот у нас очень мало древесины и камня практически я вообще не вижу. Мы его, по-моему, под ноль весь использовали. То есть фактически это вот все, что есть. То есть нужно идти камни фармить, нужно идти древесину фармить. Причем срочно. Так, все остальное, по-моему, здесь не выкладывается. Для этого существуют у меня другие ящики. Эссенцию я здесь буду хранить. Эссенцию, крылышки летучей мыши. Там еще какая-то ерунда, по-моему, будет. Дополнительная ко всей этой штуке. Так, я заберу сыр. Я заберу вот эти штуки. И нужно будет хмель. И в бочонок что-то кинуть. Может быть, кристальный фрукт. Сделать из него джем. А тем временем надо уже скакать просто максимально быстро, чтобы успеть в постель и не зафейлить все это дело. Уже продадим, наверное, завтра. Подлая пони перекрывает нам путь специально. Не успел я продать, но завтра продадим. Спать до следующего утра, да. Да и да. Еще раз да. Нам надо восстановиться. Что это за бред такой? Опа. Неожиданно. Ведьма что-то колданула. Я не знаю, что это такое. Первый раз это вижу. Вы это видели? Я это не один, надеюсь, видел. Ладно, хорошо. Что там она нам напакостила? Я не знаю. Что-то она там, в общем, нам нехорошее сделала. Надо узнать, что это случилось. Что за дрянь такая? И как теперь с этим жить? У нас сегодня день рождения Джорджа. Джордж, я вам заспойлерю немного. Любит капустный салат. Уже представили себе скучную кучку вялой капусты? Вы не один. Но хороший капустный салат гораздо больше. Только выберите самый свежий и сочный кочан. Плесните немного уксуса, майонеза и салат готов. Ах, какой хруст. А, нам уже известен. Можно было не читать. Вот. Сегодня день рождения Джорджа. Надо его поздравить. Джордж любит лук-батун. Лук-батун. Такой белый лук, надо его сразу положить. Заспамились грибы, очень странно. Они здесь обычно не появляются. 5 сыра, козий сыр. Да, все, на продажу больше ничего нету. Здесь мы можем еще пережечь немного. Мы 25 железные надыбали и у нас еще есть медная. Можем медная слиточек сделать. Так, для этого нужно 5-6 угля. Давайте начнем пережигание. Плавненько. Так, и посмотрим, что там ведьма нам. Какую свинью она нам подложила. Вот, зараза такая. Сейчас глянем. Сейчас я повыкладываю все это лишнее. Здесь синенькие и грибы у нас сюда приехали. По-моему, орехи, да? Угу. Вот здесь же, наверное, зимний корень буду хранить. Что-то мне так кажется, что пусть он лежит здесь. Баклажанчики я повыкладываю, сливки тут же.
Вот соседнем у нас тут чисто цветы. Подсолнух я один оставлю. Кукуруза у нас, по-моему, здесь хранится. Да. Угу. Ну, как-то так. Баклажаны нужно еще перевести. Вот в этот. Опа, что это у нас тут заквадратилось так сильно все? Резко залагало. Такое впечатление, что разрешение поменялось. Я не знаю, как-то так мне показалось, что так это заработало. Окей. Так, и золотую руду я еще выложу, чтобы место не занимало в инвентаре. И слиток, наверное, тоже туда же. И вот кварца можно выложить. Так, грибов наспамило очень много. Я надеюсь, что с козами, с курами, с цыплятами все в порядке. Может, это был спам грибов, а может быть, что-то она тут наделала, и у нас тут нестись что-то не будет. Я вот не знаю, что это был за прикол. Если кто знает, напишите, пожалуйста, что она колданула, чего ожидать вообще. То есть, ну, пока все в порядке. Может, не надо было. О! Вот оно что. У нас она превратила яйцо в яйцо пустоты. Обычное одно из яиц она бахнула в яйцо пустоты. Но это и неплохо, собственно говоря. Обычные яйца у нас есть, а яйца пустоты у нас нету такого. И очень много, смотрите, заспамило грибов на локации. Блин, прилетай почаще, слушай. Вы смотрите, что творится вообще. Все в грибах. Яйцо пустоты у нас есть. Это крайне редкий предмет в игре. Вот. Так, с этой штуки говорил, с этой утки. Мы уже поздоровались. Надо подоить их, да, наверное? Ну, наверное, у коз ничего не будет сегодня, да. Их можно не доить, а вот коровок. Блин, промазал. Да я не Анфису даю, ну. Мимо долины Стардью проходит поезд. Поехали, посмотрим. А я, по-моему, в прошлый раз не палил нифига, да? В прошлой серии. Блин. А у нас там совсем нету. Может, тыква не взойти, по-моему. Вот это я зафейлил. Вот это я зафейлил. Мы еще успеваем посмотреть поезд. С поезда иногда дропается, иногда, я не знаю, это случайный рандом. Иногда ничего вообще не падает. Вообще ничего. У меня такое было, что поезд ничего вам не дает. Какой-то странный какой-то поезд. Иногда что-то интересное падает с него. Я не знаю, как работает поезд, как работает этот дроп. По нему бить надо или просто он что-то роняет случайно. Но мы ничего не получили. Вот, это очень плохо, как бы. Мы за эту елку срубим им. Вот так вот. Раз вы так. Мы пришли посмотреть на поезд, а поезд нам ничего не дал. Вот. Иногда падает дроп. Ну, мне падал лично. То там руда какая-то. Ну, совсем немного, и поэтому нет смысла, сломя голову, сюда бежать. Вот, бросать все свои дела, потому что, ну, время потратите и потратите его зря. Ничего не дало. Абсолютно. Вот. Можно баню, в принципе, пока мы здесь. Можно принять баньку. А можно не тратить времени ни на что и пойти заняться своими делами. Нужно к Джорджу съездить. Опять же, не забыть. У Джорджа сегодня день рождения, и до 5 часов ему надо подарить лук. Ну, до 5, по-моему, до 7, потому что потом в дом попасть к нему невозможно. Вот, и вы зафейлите еще и днюху Джорджа. Мы сейчас возьмем лука. Лук-пырей. Он любит лук-пырей. Я не знаю почему, но вот любит он лук-пырей.
Вот, он нам доступен, насколько я помню. Ой, у нас кот помирает без воды. Мы не подоили никого, да? Сейчас надо заново всех коров подоить. Что-то мы это бросили дело и кинулись за поездом. Проверить, Милка подоилась. Инвентарь полный или что? Бидон молока. Но он не засчитался из-за инвентаря или как это вообще? Что произошло? Объясните. А надо повыкладывать, кучу всего повыкладывать. Поставить производство максимально. Так, 3 молока, запомните. У нас еще 2 коровы не доены. Вот, и надо повыкладывать, наверное, чего-то. Что-то продать. Продавать нечего. Отлично, отлично. Ну, повыкладываем грибы, они нам забили весь инвентарь, орехи. Вот. Что еще здесь можно выложить? Фрукты, наверное, нет. Яйцо пустоты я, наверное, выложу вот сюда. Нет, я выложу его вот в этот сундук. Вот, яйцо пустоты. Черное, как смоль, яйцо с красными пятнышками. Оно теплое. Слушайте, а если мы его в инкубатор засунем? Может быть, курица пустоты у нас такая получится, вылупится? Как вам идейка? Сразу после утки давайте расширим курятник и попробуем высадить курицу пустоты. Может, она нам яйца пустоты будут нести? Было бы вообще офигенно. А может, получится обычная курица, и мы попусту потратим яйцо пустоты зря. Вот, но мы попробуем. Мы в любом случае попробуем. Потому что яйца пустоты можно купить, а оно нам понадобится не скоро, поэтому я бы попробовал. Что-то хочется мне так. Вот, ну было бы классно, было бы классно. Так, коровы. Что-то я как-то вообще все неправильно делаю. Уже час, нам надо к Джорджу. Мы уже опаздываем. А у нас еще коровы не доены. Еще одна где-то корова есть. Фаня без молока. Кто там еще? Снежинка без молока. Где-то еще есть, да, значит, корова. Она от нас прячется. И она с молоком. Вот она. Сбежать решила. Попалась. Так, почему у нас не работает инвентарь? Ага, вот он заработал. Что-то лагает просто. Немножко подлагивает. Это необычно для этой игры. Нет, здесь больше, по-моему, яиц нету. Тут все нормально. А, яйца мы все собрали, молоко мы все собрали. Надо брать лук-батон и бежать срочно, я думаю, к Джорджу пока. Лук-порей, сорян, это последний наш лук-порей, кстати. Печалька. Вот, поехали его поздравим, а потом продолжим... Поливать огород надо срочно, потому что мы уже много пропустили. И я боюсь, мы даже можем не успеть наши тыквочки собрать. Вот. Дай бог, конечно, чтобы все у нас получилось. Потому как еще зафейлить разочек это, блин, недопустимо. Тем временем у нас 20 тысяч. У нас, в принципе, хватает денег. Давайте глянем, что там. Морской огурец. Волшебник просит морской огурец. Давайте доставим его. А вот такую радость. Сейчас сначала к Джорджу, потом морской огурец отвезем. Привет, Джордж.
Алекс, мой внук, я тебе еще не говорил. А, говори громче. Да, и ладно, пусть будет Алекс твоим внуком. Ой, у меня сегодня день рождения, и правда, спасибо, очень мило. Так, отлично, мы немножко вкачнули с ним отношения. Вот, теперь можно отнести морской огурец. А, давайте на пляж быстренько сгоняем. Посмотрим, что на пляжике есть. Ну, раз мы уже здесь. Артефактов у нас, в принципе, нету никаких, чтобы завести. Сейчас мы лутанем пляж. Сгоняем за огурцом. Мы несколько штук поймали морских огурцов. Я напомню, давеча. Помните, желтенькие такие натягали. Вот, на удочку. Вот, кстати, надо и удочкой будет подзаняться. Ну, наверное, зимой, скорее всего, когда не будет огородов, когда будет поменьше всякого напряга такого, мы займемся рыбалкой. Ну, может быть, еще на озеро. То есть на море мы порыбачили осенью, может быть, еще на озера сходим. Сейчас поедем огурец, отвезем человеку, очень нужен. С волшебником надо дружить, надо налаживать с ним отношения. Что-то у меня... О, там Хейли, подождите-ка. Хейли, привет. А, если тебе будет скучно, заходи поздороваться. Хейли, я тебе подсолнух привез. Ты же такое любишь? Божечки, это же мое любимое. Ну, отношения мы с ней улучшили, но как бы сердечко мы не получили за это. Хейли прямо вот скала. Можно, знаете, что еще сделать? Можно отвезти быстро огурец нашему волшебнику. И можно пойти дыньку отвезти блин, забыл. Ее зовут Пенни. Пенелопе. Пенелопес. Так, сейчас мы запустим производство. Блин, я чувствую, сейчас мы замотаемся и забудем полить огород. А это же очень важно. Очень важно. Огороды — это самое важное. В конце месяца, чтобы не зафейлить. Так, а нам что, молока не хватает еще? Или я чего-то не понимаю? Да, нам уже молока не хватает. Пойдем экстренным пользоваться. Запасы, так сказать. Так, алло, что с клавиатурой опять? Что опять с клавиатурой творится? Такое впечатление, что меня блокирует тот самый... Рядом лежащий винт, как будто он экранирует. Корова, ты заходить не хочешь туда, в пастбище? Что-то у нас корова зависла. Так, надо успеть к волшебнику. К Пенни, наверное, мы уже не успеем, но давайте... А мы огурец не взяли. Блин, какой же я чудесный. Просто вообще красавчик. Ну, мы завтра можем еще отвезти огурец к волшебнику. Сегодня... Уже, наверное, мы не успеваем. У нас с ним плохое отношение, и нас не пустят после там определенного какого-то количества. Давайте поливать. Давайте, наверное, поливать, потому что мы не успеем. Ни к Пенни, ни к волшебнику, по большому счету. Давайте хотя бы не зафейлим наши тыквы. Вот. Займемся поливом, все польем. И завтра подарим Пенни дыню и волшебнику отвезем его огурец. У вас, в принципе, дается 2 суток на выполнение задания. А мы вчера замотались и забыли полить все. Меня это просто так печалит, потому что мы можем не успеть. Мы же впритык, по-моему, посадили.
тыквы. Вот, и мы можем не успеть их вырастить, и это будет фейл. Золотую тыкву я, наверное, уже нигде не смогу купить. Ну, обычную тыкву можно в продаже найти, но вот именно, чтобы она золотая была, которая мне нужна. А это отсрочит на 2 сезона. Наш ремонт, так сказать. Ну, подарок, который мы могли бы получить и уже им пользоваться. 2 сезона мы не сможем этого делать. Я, правда, не помню, что там. Может, там, неважно, семена какие-то нам никчемные дадут опять. Эти джунима, но все-таки рисковать не хочется. Я думаю, что стоит. Так, я, наверное... Ой, у нас уже энергии нету. Чудесно. Но зато у нас есть грибочки. Будем есть их. У нас много, в принципе, что есть. И грибочки, и ежевички, и там... Еще какая-то шняшка. Сейчас мы сыры пособираем. Заложим стратегический запас молока. Вы заметили, мы явно не успеваем в производстве укладываться. То есть потребляем мы больше, чем вырабатываем. Это значит, что нужно наращивать... выработку молока. По крайней мере, нужны еще коровы, козы. Свиньи нам пока не нужны. Нам, в принципе, их пока и... Ну, в принципе, нам дадут. Мы свиней закупим на этот самый... На весну. То есть мы где-то числа 15-го возьмем свиней, чтобы они успели подрасти. Вот, и чтобы на осень, точнее на весну, на, у нас уже были взрослые свинки. Вот, поскольку зимой их кормить нету смысла особого, то есть зимой свиньи не работают. Они у вас сидят, ничего не производят, и считайте, они бесполезны, как и кролики. Кролики тоже зимой не работают. Если об этом я не говорил, то вот я вам говорю. Так, вот это надо куда-то посадить. Посадить. Все полито. Нет, не все. Вот здесь еще не полита штука. Так, я на всякий случай еще контрольные поливы сделаю. Поливаторы. Вот, все у нас есть. Давайте еще повыкладываем, чем можно. По сундукам распихаем, чтобы освободить инвентарь к завтрашнему дню. Так, мы все слитки переплавили. У нас есть 5 слитков серебра, даже 10. Мы можем 2 инструмента апнуть, но у нас нету меди. Нам нужно еще 4 слитка меди. Нужно за медью идти в этот самый... Ну, вы поняли. В туда. В туда-туда. Светлый эль. Давайте оставим. Да для кого мы можем его оставить? В принципе, он нам не нужен. Давайте продадим. Деньги нужнее. Вот. Еще один сыр скинем. Медик нужен. И фрукты нужны. Медик выложим вот сюда. Здесь у нас уже порядком. Возьмем морской огурец. Нам нужно его отдать завтра волшебнику. Вот, я думаю, с утра катанемся к волшебнику и отдадим ему огурец, а потом займемся хозяйством. Потому что задание может слететь. Сугубо поэтому. Так, вот сюда кукурузу. Больше никому ничего не нужно нам отдавать. Вроде нет. Все, вроде все окей, и мы можем смело заснуть. До следующего утра. Та-да-дам!
Так, 7000, в принципе, неплохо. Неплохо, мы с вами справились. Я вот не помню, сколько уже серий мы с вами записываем. Наверное, я с вами попрощаюсь и увидимся в следующей серии. Хотя, я не знаю, сейчас я посмотрю. У нас было 23-е, да, потом мы праздновали день рождения Джорджа, и сегодня 25-е. Да, я с вами попрощаюсь, увидимся в следующей серии, всем пока. Съездим к волшебнику, съездим еще куда-нибудь, в общем, увидимся.